Тема сегодняшнего интерьера – европейский город со своей историей, со своими тайнами. Главным акцентом помещения является панно на стене. Чтобы объединить его с остальной частью комнаты, я сделаю декор, который размещу на подиуме. Это будут вазы, напоминающие булыжники с мостовой. Вазы, которые я приобрела в гипермаркете строительных материалов «Эпицентр», очень подходят нам по форме, но, к сожалению, не подходят по цвету и по фактуре, поэтому я их задекорирую. Чтобы подчеркнуть обтекаемость формы, на поверхность вазы круговыми движениями я нанесу штукатурку с кварцевым песком. Пока штукатурка подсыхает, смешаем акриловый лак с коричневым и бежевым пигментами. Используя лак, мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, мы получаем неоднородно окрашенную поверхность, а во-вторых, благородный глянец, который напоминает камни после дождя. Остальные вазы задекорировала точно по такому же принципу. Благодаря тому, что они все разной формы, получится очень интересная композиция. И теперь последний штрих – букеты из сухоцветов. Эти композиции можно менять хоть каждый день, в зависимости от настроения. А любые изменения в интерьере говорят о том, что город живет.